Вера Александровна, Вера, я давно хотел сказать вам. Я, может быть, смешон, глуп, что смею надеяться, но я просыпаюсь каждое утро только от одной радостной мысли – о вас. Я думаю, как хорошо, что вы есть на этом свете. Как хорошо, что нам суждено было встретиться. Государь-император подписал отречение от престола. Наконец-то началось. Пропала Россия. Война – это как ржавчина. Разъедает, разрушает все человеческое в людях. Мы начинаем сгореть. Они нас предали. Генералы, министры нас обманули. Андрей Петрович, а присоединяйте к нам. Присяга Отечества. Бросьте вы свою дворянскую мишуру. Я ротмистр Андрей Петрович Долматов. Русский офицер и дворянин. Что вы себе позволяете? Да, царя нет. Прежней России нет. Но осталась вера, честь и Отечество. Кто, если не мы? Я смелюсь просить руки вашей дочери. Я найду тебя в Париже. Oui, bonjour. Pardonne-moi, je cherche... Как это? Да не мучайтесь, прям по-русски со мной. Извините, здесь была девушка.